В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Метростроители трудятся в районе областного арбитражного суда и сквера имени Устинова. В этой части расположится самая глубокая точка будущей линии метрополитена. Она достигнет уровня 28 метров. На указанном участке встретятся два тоннелепроходческих комплекса. Один пойдет от улицы Галактионовской, другой от Полевой. На улице Самарской появятся также водоотливные, вентиляционные и другие притоннельные сооружения метрополитена. Для этого понадобится вырубка части зеленых насаждений. Не менее важен и вопрос на перспективу. Он касается восстановления озеленения после производства всех работ на Самарской, связанных с метростроем. Над конструкцией будущего подземного сооружения деревьев быть не должно, поэтому участок засадят кустарниками и травой. Деревья же, новые саженцы, расположатся в соседних локациях. Среди актуальных задач остается и завершение расселения жителей домов, попадающих в зону метростроя. Новая станция завершит первую линию Самарского метрополитена. После строительства подземки станет более востребованной, поскольку свяжет удаленные районы города с его исторической частью. Театральная позволит горожанам без пробок с комфортом добираться с окраин, например, с Безымянки, до центра Самары и обратно, и чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Очень актуально. Станция обязательно нужна, потому что нужно разгрузить этот пассажиропоток. Конечно, понимаю и сама сталкивалась, как едешь в центр города, обязательно объезжаешь и пробки, но тем не менее согласны ждать и подождать, и чтобы поскорее открылась эта станция. Хотелось бы посмотреть ее убранство, ее интерьер. Ждем, когда же она откроется.